Исторически пьянство не являлось отличительной чертой русского народа. Так называемая русская водка – совсем не русское изобретение. В XIV веке генуэзские купцы впервые привезли виноградный спирт в Россию и сильно удивились тому, что русские чужеземную диковину признали невозможной для употребления. Иностранцы не оставляли попыток и вновь привезли водку в Московию почти через полвека ко двору юного Василия II. Но вновь на Руси не оценили напиток, отметив, что водку можно использовать только при создании медицинских настоек, да и то в разбавленном виде. До начала 18 века алкоголь простому народу продавали только в кабаках, которых было по одному на город, и только в определенные дни. В дни Рождества, в Дмитриевскую субботу и в Святую неделю. За употребление в иные дни грозили телесными наказаниями и даже тюрьмой. Пьянство в народе почиталось постыдным. Моду на пьянку вместе с табаком и иноземным платьем привез из Европы царь-реформатор Петр I. С Петра I пьянство стало неотъемлемой частью государственной политики. Молодец! И дурак. Царь. В конце 19 века ученые взяли для примера 10 самых крупных стран Европы и США и сравнили количество выпитого алкоголя на душу населения. Россия заняла предпоследнее место, пропустив далеко вперед Францию, Англию, Германию, США и другие страны. Уровень потребления алкоголя рассчитывается следующим образом. Весь проданный за год алкоголь суммируется, перечисляется на условный 100% спирт и делится на количество населения в стране. Таким образом, мы получаем количество спирта, выпитого в среднем на одного человека в год. Всемирная организация здравоохранения разработала шкалу. Употребление до 3 литров считается низким уровнем, 4-5 литра – средний уровень потребления, после 8 литров начинается генетическое вырождение нации. В начале 20 века наша страна выпивала 3 литра абсолютного алкоголя на душу населения в год. 95% молодежи в возрасте до 18 лет, 90% женщин и 47% мужчин в России вообще не употребляли алкоголь. То есть они были абсолютными трезвенниками. Постепенно уровень алкоголизации повышался. К 1913 году потребление алкоголя было уже почти 5 литров. В прессе и Государственной Думе бюджет открыто называли «пьяным», а власть обвиняли в целенаправленном спаивании народа. Финансовые потери от преступлений, травматизма и прогулов, связанных с пьянством, были значительными. Но главное, пьянство начинало угрожать здоровью нации. В этот период в стране снова развернулось массовое антиалкогольное движение, выступавшее за введение жестких ограничений на торговлю спиртным. Любопытно, что в него оказались вовлечены члены императорской фамилии и люди из окружения монарха. Великий князь Константин Константинович стал председателем союзов трезвенников, которых в стране было создано значительное количество. В общество трезвости вступали врачи, учителя, научные деятели и, конечно, простые крестьяне и рабочие. Но возникшему антиалкогольному движению противостояли мощные силы. Еще в 1911 году крупный промышленник барон Гинзбург открыто заявлял: «От поставок водки для казенных винных лавок, от промышленного винокурения я получаю больше золота, чем от всех моих золотых приисков. Поэтому казенную продажу питий надо любой ценой сохранить и оправдать в глазах пресловутого общественного мнения». Винные дельцы даже попытались подвести под потребление алкоголя научную базу, выделив значительные средства на исследования, которые должны были доказать, что употребление в день чайного стакана 250 граммов водки безвредно для человека. Но попытка привлечь к подобным в кавычках исследованиям серьезных ученых провалилась. Когда такая просьба поступила академику Ивану Павлову, он ответил открытым письмом. «Институт, ставящий себе непременной целью открыть безвредное употребление алкоголя, по справедливости не имеет права именоваться
или считаться научным. А потому кажется, что все те, кому дороги государственные средства, здоровье населения и достоинство русской науки, имеют обязанность поднять свой голос против учреждения института такого названия. В результате сопротивления в 1914 году трезвость победила. Местные органы власти получили право запрещать производство и продажу алкоголя. Уровень потребления алкоголя сразу упал до нуля – 0,2 литра. Результат для страны оказался просто ошеломляющим. Несмотря на значительный призыв в армию, увеличилась производительность труда в промышленности, снизилось количество прогулов, резко уменьшился травматизм на производстве, а число преступлений, совершаемых в пьяном виде, практически сошло на нет. Страна оставалась трезвой до 26 августа 1923 года, когда ограничения на производство и продажу спиртных напитков были окончательно сняты тогдашним советским руководством. Несмотря на снятые ограничения, через два года, в 1925 году, уровень потребления был всего около 1 литра на душу населения. За 10 лет выросло новое трезвое поколение, которое не видело смысла в употреблении алкоголя. К предвоенному 40-му году уровень потребления поднялся до 2 литров. Во время Великой Отечественной войны потребление алкоголя вновь стало менее 1 литра. Трезвое десятилетие сухого закона в России сделало великое дело для последующих поколений. В годы войны советские солдаты могли переносить невероятные трудности и лишения и оказывались здоровее и выносливее своих противников. Войну выиграло здоровое поколение, рожденное в трезвой России. В 50-е годы Россия по-прежнему оставалась одной из самых трезвых стран Европы. Один советский человек в расчете на чистый спирт пил меньше, чем один англичанин в 3 раза, меньше, чем один американец в 7 раз и меньше, чем один француз в 10 раз. Так откуда же взялось современное пьянство? В середине 50-х годов государство стало планировать поступление в бюджет так называемых «пьяных денег». Под этот пьяный бюджет строились новые пивные и виноводочные заводы, и по плану производства алкогольной продукции стало быстро нарастать. Планово алкоголь стал проникать и на экраны советских фильмов. В результате к 1965 году потребление алкоголя стало уже около 5 литров. К 80-му году этот показатель достиг 11 литров чистого спирта на душу населения. То есть примерно 55 бутылок водки в год на каждого советского человека, включая младенцев. Доходы в бюджет государства были колоссальные. Производство одной бутылки водки стоило 15-20 копеек, а продавалась она уже по 3 рубля 65 копеек. В начале 80-х годов сумма от продажи алкоголя в бюджет достигала 56 миллиардов рублей в год. За этими доходами не заметили, как выросла пьяная преступность. Увеличилась смертность и заболеваемость. Снижение производительности труда, пьяные прогулы и пьяный травматизм, содержание в тюрьмах людей, совершивших преступления, в состоянии алкогольного опьянения, затраты на лечение алкоголиков, пьяные пожары, содержание детей-сирот, отнятых у родителей алкоголиков. По подсчетам экономистов, косвенные и прямые потери от последствий алкоголизации превысили доходы как минимум в 3 раза. Бюджет получал 1 рубль, а терял 3. В 60-м году на учете у наркологов состояло 500 000 алкоголиков. В 80-м году на учете состояло уже 5,5 миллионов. Алкоголиков стало больше в 11 раз. По статистике, официально на учете состоит только один из трех алкоголиков, и на одного алкоголика приходится еще двое пьяниц, которые также не состоят на учете у наркологов. Примерно каждый пятый советский гражданин в 80-м году стал или пьяницей, или алкоголиком. В начале 80-х годов
непосредственно от алкогольного отравления умирало 48-50 тысяч человек в год. Общее число погибших от последствий алкоголизации достигло 700 тысяч человек в год. В это число попали те, кто в состоянии алкогольного опьянения замерз, утонул, упал с балкона, сгорел, попал под машину, или те, кто подорвал алкоголем здоровье внутренних органов и умер в еще трудоспособном возрасте. Из писем советских граждан в ЦК. Город Ростов-на-Дону. Сын отмечал день рождения с друзьями и утонул. Астрахань. Андрюша возвращался с работы пьяным и попал под поезд. Красноярск. Муж напился и ударил ножом в спину нашу 8-летнюю дочь Анжелу. В 80-м году выяснилось, что 3,5% всех детей имеют тяжелые отклонения в умственном и физическом развитии. 13% имеют среднее отклонение, умственно отсталые. То есть каждый шестой ребенок был ненормальный. Точные данные засекречены и являются государственной тайной. Посмотрим, сколько же школ для умственно отсталых детей было в разных областях СССР. Омская область. В 60-м году было 2 школы для умственно отсталых детей. В 80-м году уже 19 школ. Донецкая область. В 60-м году было 4 школы. В 80-м уже 38. Латвия. В 60-м году было 12 школ. В 80-м стало 56. В Хакасской республике была 1 школа. Стало 9. Как это ни прискорбно, мы стали превращаться в нацию умственно отсталых. Алкоголь, выпитый мужчиной в течение 3 месяцев до зачатия, пагубно сказывается на физическом и особенно психическом здоровье его потомства. Но если мужчина прекратил употреблять алкоголь, то по прошествии 3 месяцев происходит полное обновление сперматозоидов. В яичниках каждой женщины находится запас, который поистине можно назвать золотым запасом человечества – множество яйцеклеток. В отличие от мужских, женские половые клетки формируются внутриутробно, еще до рождения самой женщины. Яйцеклетки являются самыми долгоживущими клетками организма. Оболочка яичников надежно защищает эти клетки от воздействия практически любых вредных факторов, кроме этилового спирта. Этиловый спирт, будучи отличным растворителем, проникает внутрь яичника и поражает часть клеток, из которых могут быть зачаты дети. И с каждым бокалом алкоголя процент пораженных клеток возрастает. И может получиться так, что через несколько лет оплодотворится именно та клетка, которая была отравлена тем самым бокалом шампанского на Новый год. Этот бокал может дать начало больному ребенку с серьезными умственными или физическими отклонениями. По данным Минздравсоцразвития, ежегодно в России рождается порядка 100 тысяч детей с аномалиями развития. Порядка 14-20% из них погибают в первую неделю жизни. Около 25% малышей из 100 тысяч рождаются с пороками сердца. 30-50% из них показаны кардиохирургические операции в первые часы жизни. Примерно 200 тысяч беременностей заканчиваются выкидышами. Вероятность рождения больного ребенка прямо пропорциональна тому, сколько женщина выпила с первой рюмки и до момента зачатия. Известно это стало уже давно. На Руси употребление алкоголя женщиной было под строжайшим запретом. В книге «Домострой», которая в средние века являлась руководством на все случаи жизни, было написано: «У жены решительно никоим образом хмельного питья бы не было. Ни вина, ни меда, ни пива. А пила бы жена бесхмельную брагу и квас. И дома, и на людях. Если придут, откуда женщины справятся о здоровье, им тоже хмельного питья не давать». «17 мая 1985 года во всех центральных изданиях страны по телевидению и радио было объявлено постановление ЦК о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма. В народе эти меры назвали сухим законом. Спустя год
К 86-му потребление алкоголя опустилось до 4 литров, что моментально отразилось на демографических показателях. Несмотря на возросшее потребление суррогатов, смертность от алкогольных отравлений понизилась на 56%, смертность от несчастных случаев и насилия – на 36%, количество самоубийств снизилось на 41%. Антиалкогольные постановления смогли предотвратить более 500 000 смертей. На этот период пришелся небывалый всплеск рождаемости. С 85 по 88 год в стране появилось на свет на 1,5 миллиона детей больше, чем в предыдущие годы. Это абсолютный рекорд за 30-летний период. Западные аналитики заинтересовались новыми шагами советского руководства. Американские экономисты кладут на стол Рональду Рейгану донесения, в которых говорится, что экономика СССР подорвана постоянной гонкой вооружений и очень сильно зависит от цены на нефть. Военные аналитики докладывают, что СССР застрял в Афганистане. США убеждают Саудовскую Аравию в обмен на поставки современного оружия увеличить добычу нефти и тем самым снизить ее цену. За 5 месяцев, к весне 86 года, цена черного золота падает с 30 до 12 долларов за баррель. СССР, планировавший свой бюджет, исходя из высоких цен на нефть, столкнулся с серьезными проблемами. В стране начинается товарный дефицит. Члены правительства по экономическому развитию рапортуют о том, что золотой запас тает. Социологи докладывают о возрастающем недовольстве населения. Горбачеву поступает предложение, которое якобы сможет успокоить недовольное пустыми полками населения и частично пополнить бюджет. В 1988 году члены правительства решили вновь начать восполнять бюджет за счет спаивания своего же народа. От народного гнева алкоголизация не спасла. В пьяном угаре развалили Советский Союз. С приходом к власти Ельцина из-под носа у пьяного народа с помощью мошеннических, приватизационных схем забрали основные государственные активы. Алкогольные госпредприятия также перешли в частные руки. Алкоголь с новой силой захлестнул магазины, ларьки и центральное телевидение. Алкогольная реклама, фильмы и сериалы, наполненные сценами употребления алкоголя, все это вбивалось в сознание наших граждан как традиция и норма жизни. В 96-м году уровень потребления достиг 16 литров. Страна наводнилась миллионами беспризорников, детьми, сбежавшими от родителей алкоголиков. Еще большее количество детей стали попросту безнадзорными. Спивающимся родителям было не до воспитания собственных детей. В середине 90-х годов количество детей-токсикоманов увеличилось в 3 раза, а детей-наркоманов в 17 раз. Средняя продолжительность жизни у мужчин упала до 57 лет. В 90% случаев умерший в возрасте до 50 лет мужчина умирал от алкоголя. По статистике, в конце 90-х уже для 7 миллионов женщин не было мужчин. Эти женщины были обречены на несемейную жизнь и, как следствие, падение рождаемости. С начала 90-х мы начали вымирать. Смертность превысила рождаемость. Уже в 92-м умерло на 300 тысяч больше, чем родилось. В 93-м – на 700 тысяч. И дальше – по 1 000 000 в год. Этот процесс продолжается. Нас становится все меньше. Появляются претенденты на роль новых хозяев нашей богатейшей земли. Турция. Употребление алкоголя – 1,5 литра в год. Прирост населения – 900 тысяч в год. Государство Средней Азии – 2,6 литра в год. Прирост – 585 тысяч в год. Китай – 5 литров в год. Прирост – 6 миллионов ежегодно. Россия – 15-18 литров в год. С 1992 года средняя убыль в год – 774 тысячи 649 человек. По телевизору продолжают рассказывать сказки про сомнительные угрозы вроде птичьего гриппа или атипичной пневмонии, про реальную угрозу, от которой ежедневно
На протяжении 3 десятилетий умирают тысячи людей, телевидение предпочитает молчать. В 2009 году на Первом канале был развернут антиалкогольный проект «Общее дело». После показа 2 антиалкогольных фильмов «Детский алкоголизм» и «Давайте выпьем», проект, имевший высокий рейтинг и собравший множество писем от благодарных телезрителей, по непонятным причинам, без всяких объяснений, был закрыт. В рамках проекта было снято несколько новых фильмов, но на телевизионный экран они так и не попали. Вместо этого нам с экранов продолжают рассказывать сказки о том, что употребление алкоголя — это наша национальная традиция. Приобщение людей к алкоголю начинается с раннего детства. Дети в детском саду уже знают, как надо по-взрослому отмечать праздники. А к концу школы более 90% учеников выйдут с серьезным опытом употребления алкоголя. Как получилась такая ситуация, что в первый класс дети приходят абсолютными трезвенниками, а к выпускному становятся уже пьющими? В 50-е годы 20 века советским гражданам начали рассказывать про одну якобы научную теорию — теорию культурного питья. Сторонники этой теории утверждали, что она призвана научить население выпивать и при этом не спиваться. После внедрения этой теории в массовое сознание граждан количество алкоголиков всего за 20 лет выросло в 11 раз. Секрет прост. Уже более 100 лет назад великие ученые умы установили, что этиловый спирт, являющийся основой любого алкоголя, является наркотическим веществом. Поэтому определенный процент людей, начавший культурно употреблять легальный наркотик, так или иначе перейдет в разряд пьяниц и алкоголиков. Нужно лишь немного времени. Причем из поколения в поколение процент алкоголиков возрастает. Франция. Страна, которую нам всегда ставили в пример культурного питья, на протяжении практически всего 20 века держала первое место в мире по уровню алкоголизма. Серьезные демографические проблемы во Франции создают ей уже новые проблемы. На место вымирающих французов приходят новые граждане, которые устанавливают во Франции свои порядки. Теория культурного питья на практике занимается только тем, что приучает к употреблению алкоголя тех, кто еще не пьет. В первую очередь – детей. Нас с детства лишили свободного выбора, подсунув нам так называемый псевдовыбор. Дети, вы осенью идете в школу и возьмете из детского сада с собой цветок, который вы сегодня сами... Псевдовыбор – это известная психологам техника, которую можно применять и в воспитании детей. Например, вам нужно, чтобы ваш сын или дочь помогли вам убраться в квартире. Вы не ставите перед ними выбор убирать или отказаться. Оставите псевдовыбор – вытирать пыль или пылесосить, выносить мусор или мыть пол. Варианта отказаться от уборки вы им не предлагаете. То же самое и с алкоголем. Система воспитания построена следующим образом. Нас с детства убеждали, что употреблять алкоголь можно только взрослым. И в глазах ребенка употребление алкоголя всегда выглядело как некая привилегия, доступная только взрослым. А когда ребенок вырастает, ему предлагается 2 варианта. Либо быть пьяницей и алкоголиком, либо культурно умеренно пьющим. 3-го варианта нет. Выбор уже сделали за нас, и он предопределен. Все выбирают 2-й вариант. Все хотят стать культурно умеренно пьющими. На самом же деле 3-й вариант существует, но об этом нам никто не рассказывает. Это нормальная, естественная трезвость. Так как же действует алкоголь на человека? Нет во всем организме ни одного органа, ни одной ткани, ни одной составной части, которая не испытывала бы на себе пагубного влияния алкоголя. Русский физиолог, академик Николай Евгеньевич Введенский. В первую очередь, алкоголь влияет на головной мозг. Кстати, многие ради того самого состояния опьянения его и употребляют. Когда алкоголь попадает в кровь, он обезжиривает поверхность эритроцитов, красных кровяных клеток, и они текут не поштучно, а в виде грозди слипшихся эритроцитов. Как только гроздь эритроцитов достигает отдельных сосудов головного мозга, сосуд закупоривается, и кровь не может пройти. Клетки головного мозга, которые испытывают кислородное голодание, физиологически отмирают.
когда начинается гибель отдельных микроучастков головного мозга, человек и испытывает то самое состояние опьянения. Уничтожение клеток мозга неизбежно, даже при небольшом опьянении. Доказано, что даже малые доли алкоголя ослабляют умственные способности. Выдающийся русский медик, невропатолог, физиолог, основатель Санкт-Петербургского психоневрологического института Владимир Михайлович Бехтерев. Советские дети занимали первые места в мире по математическим и физическим олимпиадам. Потом вырастали и двигали мировую науку, запускали космические корабли, проектировали грандиозные технические сооружения, которые используются и по сей день. Школьный учитель и убежденный трезвенник Константин Циолковский в начале 20 века, задолго до первого запуска, основал в СССР целое направление науки — космонавтику. В 1957 году Советский Союз первый в мире запустил космический спутник, а 12 апреля 1961 года мы запустили в космос человека. В настоящее время имеющие более низкое качество образования, но при этом трезвые китайцы занимают первые места во всех международных олимпиадах по физике и математике. Теория культурного умеренного питья состоит из множества мифов, которые нам с самого детства пытаются внушить. Вот некоторые из них. Алкоголь греет в мороз. Алкоголь снимает стресс. Алкоголь снимает усталость. Алкоголь помогает расслабиться. На Кавказе пьют много вина и живут по 100 лет. Красное вино продлевает жизнь и спасает от сердечно-сосудистых заболеваний. И многие другие. Попробуем разобрать эти утверждения по-научному. На Кавказе пьют много вина и живут по 100 лет. Явление долгожительства на Кавказе обнаружено всего в трех маленьких высокогорных районах, населенных мусульманами. Чистый воздух, чистая родниковая вода и трезвый образ жизни, который присущ мусульманам, способствуют долгожительству. В Грузии и Армении, где существуют традиции употребления алкоголя, центров долгожительства обнаружено не было. Водка греет в мороз. Алкоголь, попадая в организм, раскрывает поры кожи, и тепло из организма выходит под одежду. Человек чувствует прилив тепла. При этом наступает быстрое переохлаждение внутренних органов. Выпивший человек замерзает гораздо быстрее трезвого, хотя при этом ощущает тепло. Когда находят замерзших насмерть людей, то у подавляющего большинства в желудке при вскрытии находят алкоголь. Красное вино продлевает жизнь. Статистики установили странную закономерность. Если взять три категории людей – алкоголика, умеренно пьющего и трезвенника, то оказывается, что дольше всех живет умеренно пьющий. Трезвенник меньше, а алкоголик еще меньше. Возникает резонный вопрос – почему умеренно пьющий живет дольше трезвенника? Ведь тогда получается, что умеренные дозы алкоголя полезны. Как оказалось, секрет был скрыт при наборе группы трезвенников. В группу трезвенников включались все непьющие, в том числе бывшие алкоголики и непьющие по здоровью, больные от рождения хроническими болезнями, например, с врожденным пороком сердца, а также люди, прекратившие употреблять алкоголь из-за состояния здоровья, например, из-за цирроза печени. Получается, что в группу трезвенников изначально включалось большое количество больных людей. И, соответственно, средняя продолжительность жизни в данной группе оказывалась ниже. Но если же брать группу трезвенников по убеждению, а не по состоянию здоровья, то они живут значительно дольше, чем культурно пьющие. Так, например, не выпивший за всю жизнь ни капли алкоголя хирург с мировым именем, академик Федор Григорьевич Углов, увидевший своими глазами весь 20 век, прожил 103 года. Он один из первых в стране успешно выполнил сложнейшие операции на пищеводе, поджелудочной железе, легких, сердце. В столетнем возрасте Федор Григорьевич водил машину, плавал, мог по памяти прочитать поэмы любимого им Пушкина. Одну из последних операций выполнил накануне собственного столетия в присутствии представителей Книги рекордов Гиннесса. Вот что писал об алкоголе академик Углов. «Алкоголь – зло никак не меньшее, чем любые другие наркотики.
Любая доза алкоголя сокращает сосуды мозга. Эритроциты перестают туда попадать, и клетки мозга через какое-то время погибают. В результате даже после умеренного употребления спиртного в мозгу человека остается целое кладбище из погибших нервных клеток. А через несколько лет мозг у него сморщивается, уменьшается в объеме. Так что алкоголь – это настоящий яд. А вот что писал в 1926 году ординатор первой Московской городской психиатрической больницы Николай Типугин в своей книге «Народные заблуждения и научная правда об алкоголе». Дословно процитируем выдержки из книги. «Наукой доказано и опытом жизни подтверждается, что спирт или алкоголь есть яд, разрушительно действующий на всякую клетку. Первым под удар попадает головной мозг. Человек пьянеет, потому что алкоголь отравляет его мозг. Под влиянием алкоголя постепенно наступают стойкие болезненные изменения в клетках мозга, который резко тогда отличается от мозга человека не пившего. Мозговые оболочки его мутны, внутри мозга много воды, мозговые извилины уже обыкновенных, поэтому умственные способности постепенно понижаются. Алкоголь является главной причиной мозговых кровоизлияний. Под влиянием алкоголя рабочая мышца сердца перерождается. Часть ее заменяется жиром, поэтому сердце становится дряблым и слабым. При вскрытии трупов лиц, при жизни умеренно пивших, находят все обычные при алкоголе изменения в органах. А вот как Типугин описывает формирование наркотической зависимости от алкоголя. Опасность умеренного употребления спиртных напитков заключается еще в том, что из умеренно пьющих вырабатываются нередко пьяницы. У пьющего человека появляется непреодолимое влечение к алкоголю, так как нервная система привыкает к отравлению и требует все новых и новых раздражений. Яд алкоголя пагубно действует не только на того, кто пьет, но и на того, кто рождается от пьющего. Еще не зачатый, он уже обречен нести на себе печать алкогольной отравы, потому что алкоголь отравляет в организме и те клетки, из которых должен будет начать свою жизнь новый человек. Тот факт, что вышедшая в 1926 году книга так и не была переиздана, а доступна широкой аудитории, она стала совершенно случайно, благодаря интернету, говорит о том, что мы сейчас находимся в настоящей информационной блокаде. Телевидение, средства массовой информации, школьная программа – все они замалчивают правдивую информацию об алкоголе и склоняют нас к лживой теории культурного питья. Наше положение напоминает сейчас положение неграмотных крестьян 30-х годов 20 века, с той лишь разницей, что они тогда пили 1 литр на душу населения, а мы – в 18 раз больше. Еще одно заблуждение. Алкоголь снимает стресс. Всемирная организация здравоохранения и ученые однозначно относят алкоголь к группе депрессантов. Вопреки убеждению, что алкоголь снимает стресс, алкоголь, как и другие депрессанты, барбитураты, анестетики, опиаты, угнетает центральную нервную систему. Именно поэтому основная масса самоубийств, бытовых драк со смертельным исходом, совершается в состоянии алкогольного опьянения. Точно так же разоблачаются и другие мифы теории культурного питья о том, что в тех или иных случаях алкоголь может быть полезен или безопасен. Алкоголь даже в небольших количествах приносит только вред. Мифы теории культурного питья созданы для того, чтобы заставить нас добровольно тратить собственные деньги на разрушение собственного здоровья, на разрушение здоровья будущих детей. Мы убиваем собственный мозг и продолжаем добровольно относить свои деньги тем, кто будет тратить их на новую пропаганду, на создание и поддержание новых мифов. За 40 лет алкоголизации наша страна из мирового лидера превратилась в страну третьего мира. А те самые страны третьего мира, которые практически не употребляли алкоголь, вырываются в мировые лидеры в экономике и демографии. Именно потомки трезвых народов будут населять нашу планету в будущем. Именно они будут пользоваться благами природы и цивилизации. Запад и Россия действительно сделали очень много для развития всего человечества. Но в настоящий момент перед нами стоит вопрос: будет ли наша и европейская цивилизации существовать в дальнейшем? Все зависит от того, какой будет ответ на вопрос.
пить или жить? Этот вопрос каждый должен задать себе лично. Важно понимать, что каждый из нас способен нанести серьезный удар по отлаженной системе спаивания. Выбором личной трезвости мы прекращаем приток денег в этот алкогольный конвейер. Каждый из нас может личным примером показать, что такое здоровая, трезвая жизнь. Молодежь, не имея большого стажа употребления алкоголя, довольно легко переходит в нормальную, трезвую жизнь. По данным недавно проведенного опроса, количество трезвенников в 2011 году увеличилось сразу на 4%. Это абсолютный рекорд новой России за прошедшие 20 лет. И это ее последний шанс.